В сети появился полный трейлер фильма «Чебурашка», который выйдет в кинотеатрах уже 1 января. А 20 июня этого года вышел тизер, и он как-то не зашел зрителям. На 6 тысяч лайков, 10 тысяч дизлайков. Судя по всему, продюсеры подумали, что людям не понравилось, как выглядит Чебурашка, потому что в трейлере он сильно отличается от своей июньской версии. Ты что такое? Исправленный Чебурашка как будто повзрослел, кто-то даже разглядел у него щетину и мешки под глазами. В общем, Чебурашка, которого мы заслужили. Может, он этот, Йети? Тебе Йети шах поставил. И мат. Для продюсеров Чебурашки у меня снова плохие новости, что-то опять не так. За несколько часов трейлер набрал больше 1000 дизлайков, а в комментариях кто-то просит вернуть июньского Чебурашку, кто-то просит исправить ему зубы, а кто-то и вовсе советует продюсерам не выпускать этот фильм. Че вот это за создание, а? Что-то среднее между попугаем и обезьяной? Попузьяна. А это-то уже логическое мышление. А у животных это разве бывает? Да не у каждого человека это бывает.